Грибные места Новобелища и Коцюбинки? Не? Хватает. Ну покажи, сколько ты насобирала. О, тут еще смотри, какие ландыши классные. О, а если ландыши заварить, это будет у нас это что? Яд? Яд будет, да? О, это за 5 минут я насобирала. Да. Нифига себе, хороший супчик будет, да? Ой, не, а какой вот это яд от этих? От ландышей? Я не знаю. Ну яд от. Совсем умрешь или? Совсем умрешь, да. Да ты что? Да. А, это плохо. Надо вообще почитать. Ну, потому что очень у меня красивые такие ягоды, кажется. О, еще тут, смотри, тоже. Тут сплошные ландыши. Это пьяная вишня, пьяные ландыши уже, наверное. Тут да. вот в этих рытвинах были куча грибочков. Ага. Я не знаю, надо у дядечки спросить, что он собирает, потому что. Ну я еще кроме подубников этих не вижу. Листочки красивенькие, съеденные. Иди сюда. Опять ландыш. Вот сколько ландышей, ты смотри. Сегодня же прочитаю в интернетах, от чего яд для ландышей. Потому что очень их тут много. А любой же яд в концентрации 1-2% от смертельной дозы, это очень положительная да, штука. Интересно, в гомеопатии используют? Да, вот надо почитать в гомеопатии. Смотри, сколько ягод ландышевских. Ага. Сплошные ландыши. Причем спелые. Так, ну пошли вот по вот этому в сторону детей. Давай. А, вот, цветок, можешь смотреть? Ага. Ну, грибочки есть, да. Вау! Раз, два, три, четыре, пять. Вот видишь, они должны быть вот в такой вот, да, вот в такой, среди конечно. Этого, среди да, мха. Понятненько. Красивенькие. Мховые, понятно. Да, очень красивенькие. Ну, будет классный этот. Ну, по идее, нам уже достаточно. Хорошо, да? Хорошо. Ну, ладно, да. Давай, пошли ну, туда. Ну, пошли, просто пройдемся, интересно. Да, класс. Это мы между Коцюбинкой и Новобелищами. Ну что, второй раз нюх нас не подвел. Да. Мы сегодня грибы собираем суто по нюху. Суто по нюху, да. Первый нюх раз остановился, и второй раз нюх остановился. Ой, какие ландыши классные, смотри. Ой.